Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Top Tool. Большой набор на 216 предметов, код товара GCAI216R. Инструмент Top Tool — это профессиональный инструмент, выпускается на острове Тайвань. Начнем с упаковки. Картоновая упаковка идет с набором, то есть полноценная коробка, высокое качество полиграфии. Указывается достоинство инструмента, ну, здесь на английском, видите, все. И с обратной стороны, где выпускается набор, то есть это остров Тайвань. В наборе два рабочих квадрата, это 1,2 дюйма, 3 восьмых и 1 четвертая. Соответственно, три трещотки идут. Трещотки на 72 зуба, здесь специальная усиленная конструкция внутри, то есть когда прокручиваешь, даже ощущается, что очень плотно прокручивается, нет люфтов, трещотки разборные, сам механизм внутри заменяемый, есть ремкомплекты на данные трещотки, реверс, переключение вправо-влево, быстрый сброс головки и также фиксация ее на трещотке. По длине трещоток 1,2 дюйма у нас 260 мм. 1,4 — 150 мм длина, у 3 восьмых — 200 мм. Рукоятки здесь полностью идут пластиковые. Также есть номера на трещотках по каталогу. То есть по этому номеру вы в каталоге Top Tool вы можете найти данную трещотку. Надпись Top Tool также есть на рукоятке. Но здесь не просто надпись, которая со временем стирается у вас. Здесь сами буквы впрессованы в пластик идут. Такие трещотки. Инструмент внизу, в нижней крышке, также хорошо фиксируется, защелкивается. Обычно в наборах идет, что в нижней крышке идет инструмент как бы насыпи, не фиксируется. Здесь вот, в данном наборе также инструмент защелкивается внизу. Две отверточные рукоятки. Это стандартная 150 мм. И еще одна рукоятка с магнитным держателем. Идет длина 240 мм. Начнем с рукоятки с магнитным держателем, то есть берете биту, дальше я покажу их, и вставляете сюда. Получаем таким образом отвертку. Рукоятка на 150 мм, применяется с битами через переходник, вот такой адаптер. Адаптер под биты есть. И уже в него вы вставляете саму биту. Также эта отверточная рукоятка может применяться с головками под 1,4 дюйма. Тут массу конструкции можно сделать, массу конструкции можно ставить, удлинитель подсоединять сюда, Т-образный вороток, есть присоединительный квадрат в рукоятке, также можете сюда. То есть здесь масса вариантов, которые можно использовать уже в работе. Ручки здесь также идут пластиковые. И номера по каталогу также присутствует на рукоятках. Три держателя, три адаптера держателя под биты. Под 1,2 дюйма, 3 восьмых и под 1,4. Три свечные головки. 21 мм, 18 мм. И головка на 16 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Т-образные воротки. Два Т-образных воротка. Под 1,2 дюйма Т-образный. И под 1,4. Длина под 1,4 вороток 11 см. Под 1,2 — 250 мм. Также надпись Top Tool на металле и номер по каталогу Top Tool имеют. Это обозначает то, что у вас инструмент оригинальный. Воротка 3 восьмых Т-образного в наборе нет. Только два. 1,4 и 1,2. Удлинители. Под 1,2 у нас два удлинителя. 250 мм и 125. Под 3 восьмых у нас один удлинитель 150 мм.
Под 1/4 у нас два удлинителя 100 и 55 мм маленький. Три кардана под три трещотки, 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Карданы скреплены здесь заклепками, то есть они заклепаны не разборные. Заклепки имеют черный цвет, это хромолиденовая сталь, то есть они идут усиленные. Для труднодоступных мест. Набор Г-образных ключей шестигранных. Так, теперь по битам. Биты, которые находятся у нас в нижней крышке, под 1/4 дюйма. Они идут в боксах. То есть вытягивается из самого набора. Вот они. Здесь разные профили и торсы, и крестовые, и биты райп. То есть очень много. Они применяются с переходником, адаптером, вот я уже показывал. Или вы можете применять через магнитный держатель. Такой тоже я уже показывал до этого. Также есть биты под 1/2. Можно применять и с адаптером 3 восьмых. И применять их с адаптером под 1/2 дюйма. Общее количество этих бит здесь 30 штук. Все биты подписаны согласно размеров и ячеек, в которых они находятся. Если бита Т40 с отверстием, на пластике написано Т40. Головки. В наборе шестигранный профиль. Есть головки длинные в верхней крышке. И большой набор головок коротких. То есть это 1/4, 3 восьмых и 1 вторая. И также на головки торкс. Начнем с головок под 1/4 коротких. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая у нас на 1/4 и 14 мм. Под 3 восьмых 10 головок. Самая маленькая 10 мм. Самая большая на 19 мм. И под 1/2 ряд. Самая маленькая головка на 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 220 грамм. В наборах Top Tool они полностью отполированы. Очень качественная полировка. И вообще визуальный инструмент очень дорого и выглядит профессиональный набор. Сразу смотришь, видно, что он профессиональный. То есть хорошая полировка, 32 мм на головке надпись, Top Tool надпись и номер по каталогу. В данном случае это BAE-A1632 головка. В нижней крышке все, в верхней крышке набор головок длинных. Общее количество 18 штук. Самая маленькая 4 мм. И самая большая идет под 1/2 дюйма 22 мм. Тут ряд 1/4. Давайте я скажу по номерам. Под 1/4 у нас головки. Самая маленькая с 4 по 10 размер. Это длинные. 3 восьмых. Самая маленькая 10. Самая большая на 15 мм. И под 1/2 нижний ряд головки, самая маленькая 16 и самая большая 22 мм. Теперь биты, которые уже идут с адаптером. Они находятся в верхней крышке. Под 1/4 у нас здесь биты с адаптером. Общее количество 19 штук. Это верхний ряд и вот еще добавлено посередине. Под 1/2 у нас 2 биты, такие вот большие. Это Т60 и Т55 торкс. И под 3 восьмых общее количество есть биты с адаптером 11 штук. Также есть торксы с отверстием. Шестигранные. По битам все. Биты с адаптером, они уже применяется, то есть без переходника, который есть в комплекте, просто уже подсоединяете на трещотку или на вороток.
И набор ключей. Общее количество 12 штук. Самый маленький у нас здесь ключ на 8. И самый большой идет на 22 мм. Очень плотно защелкивается. Как видите, здесь ключ идет в наборе не прямые ключи, а небольшой, немного изогнутый, где рожок идет. Тоже очень хорошая полировка. Инструмент без заусенец, без следов от литья. Очень качественно все сделано. И хорошо защелкивается. Даже слишком хорошо, потому что инструмент. Так, с верхней крышки у нас ничего не выпадает. Вы видели, что очень плотно заходят даже ключи. Это плюс, потому что когда вы закрываете набор и будет у вас все высыпаться вниз, это раздражает, и как бы это говорит о том, что кейс сделан некачественно. Материал изготовления инструмента — это хром-ванадиевая сталь. Сверху идет защитное покрытие и полировка самого инструмента. Полировка здесь матовый цвет. Запирание набора на 4 защелки. 2 металлические спереди идут и по бокам 2 пластиковые защелки. Внутри набора... Часто задают вопрос, есть надписи, да, на нижней крышке надпись Top Tool, и надпись есть, это внутри набора, Top Tool, надпись на верхней крышке. Соединяются две крышки пластиковыми зависами, внутри имеют зависы металлические штыри, то есть они идут усиленные. Теперь по габаритам кейса. Вот у нас кейс, набор нелегкий, общий вес его 12,5 килограмма, ширина набора 55 сантиметров, длина 41, высота кейса 12 сантиметров. На верхней крышке логотип Top Tool, Professional Tool Set Series, то есть профессиональный набор инструмента. На рукоятке есть отверстие для того, чтобы можно было запирать его, чтобы инструмент у вас на СТО или на предприятии никто не пользовался или не украл. Рекомендуем к покупке данный инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки на нашем сайте на инструмент. До свидания.